100 баллов, да, это надо. Мы в каждой программе делаем прогноз на матч. Опять и за угаданный слова, да? Матч мы по баллу зарабатываем. И представляете, на первом месте идет Алексей, у которого 14 баллов. Я разбираюсь, какие. И я, у которой 14 баллов. Это говорит о чем? Это говорит о том, что все больше... Алексей не разбирается в хоккей. Все больше тренеров должно быть не хоккейных. Вот это подтверждается. Возьмите ее вместо коридора. Возьмем. О, спасибо, второй контракт.